Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня мы с вами идем в магазин Миндаль. Посмотрим, что же там продают у нас. Так, продают у нас здесь масло разное. Масло горчичное, грецкого ореха, кунжутное, льняное, кукурузное. И цены, естественно, тоже разные. Есть скидки. Разные, прям большие коллекции масел. Здесь консервы. Разные. Много разнообразия. Это у нас магазин Миндаль. Так, здесь у нас оливки, стоят 6500, а здесь у нас какая-то две маленькие козявки, какие-то тоже оливки, а трюфель называется, тоже стоит дорого. Здесь виноград, такие малюсенькие баночки, никогда бы не подумала, что так бывает. Здесь у нас гринтвейны, коробочки, а в них, видимо, находятся специи. Довольно интересно, в других магазинах я такого еще не видела. Здесь навес у нас, вернее, уже взвешенные печеньки разные, слоечки. На вид все это очень вкусно выглядит. Также есть скидки, можно по скидке купить. Кексы всякие. Печенье. В этом магазине прям есть все. Здесь какие-то сиропы десертные для кофе, для мороженого, шоколадный, малиновый, лимонный и также другие. Также мед, крем-мед. Здесь коробки конфет необычные, красивые, такую не стыдно подарить кому-нибудь, девушке на первое свидание, учителю. Тоже большое разнообразие коробок конфет. Много совершенно разных, разнообразных. А тут уже паштет заливное уже в форме. В тарелочках, нарезки, довольно необычно сделано, красиво. Короче, я пришла домой, сейчас покажу вам свои покупки. Купила я на обзор, кстати, новинка, 109 рублей стоила, чипсы. С ними тоже определенная история связана, которую я расскажу, наверное, немножечко попозже, это будет в другом ролике. Также, как всегда, я накупила кучу шоколадок. Была я в Магните, там вот такая шоколадка 20 рублей стоит. Кондитерская она называется, я решила взять ее тоже на обзор. Хотя я не люблю кондитерские, молочные шоколадки, но решила взять. 100 грамм, 20 рублей, почему бы не взять. Потом ее добавлю куда-нибудь в горячий шоколад, из нее сделаю или, не знаю, что-нибудь сделаю. Так, это я купила маме подарок. Она мне носит всякие подарки, и я ей. Так, вот эту такую купила. Вчера я покупала одну похожую. Вот, их две. Она там 37 где-то так стоит. Так, в этом миндале магазине купила вот такую вот. Она стоила где-то около полтинника. Подумала, у нас таких шоколадок еще не было. Такая она красивая. Кажется, что дорогая. А, горький шоколад с апельсиновым маслом. Горький шоколад с апельсиновым маслом. А я думала, с апельсином. Не читала. Не стала читать. Так. Также купила маркер черный. А для магнитной доски у нас с Димой закончился он. Не знаю, короче, перестал писать.
Ну, ручку, ручка нужна. Вот такая вот зимняя коллекция Alpen Gold. А, такой еще я не делала обзор. Какао-бобы и карамель. Молочный шоколад. Ну, не знаю, хотя надо посмотреть. Была это весеннее в прошлом году. Что-то похожее, по-моему, было. Может быть, это даже та же самая шоколадка. Так, вот второй маркер. Хотела два одинаковых купить, но синий маркер никак не писал. Один не пишет, второй, третий, четвертый, пятый не пишет. И в итоге пришлось взять дороже. Так, взяла такие карандаши восковые зиме. Здесь, кстати, вот написано. Не фокусирует. Вот у них мягенький гриф. Разноцветный, потому что фломастер он ломает. Обычными карандашами ну никак не получается у него рисовать. Я подумала, может быть, у него такими, потому что просто фломастеры жалко. Фломастеры уже давнишние лежат так давно, но при этом они не сохнут. Мне жалко их стало. Вот. И вот вторая. Сначала одну хотела взять, деньги тоже не хочется тратить. Но потом подумала, надо брать две. Думаю, раз уж они вышли, пока они, раз они зимние, значит, их летом не будет, скорее всего. Вот, или упаковка поменяется. Все. Вот такое вот. Чуть-чуть сегодня взяла. Завтра я тоже иду по магазинам. Завтра я еду в Светофор. Там зайду в Фикспрайс. Я заходила в Фикспрайс, но ничего не нашла там. Вот. И список я свой потеряла где-то, не знаю. Целую пачку списков положила в рюкзак и почему-то не нашла, не знаю. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.